Многие водители прекрасно знают, что в ночь после праздников сотрудники ГАИ особенно бдительно несут свои дежурства. Разумеется, скидок на привлекательность девушкам полицейские не делают. Любые оправдания не имеют смысла, ведь в такой ситуации скрыть последствия праздников просто нереально. Давайте я вам дыхну. Вы почувствуете, что я трезвая. Я прекрасно чувствую запах, какой от вас исходит. Ну и? Вы считаете, что вы не выпивали? Нет, я не выпивала, и у меня уже 9 месяцев чистоты. И праздник не отмечали сегодня? Праздник сегодня не отмечал, потому что у меня 9 месяцев чистоты, и я программная. Видимо, программа, о которой говорит девушка, не запрещает своим участникам немного расслабиться по праздникам. Сама автореди жалуется на действия полицейских, совершенно забыв о том, что совсем недавно вела себя, мягко говоря, неподобающе. Светлана Владимировна, вы же отказались проходить в присутствии двух принятых. Здесь пишется слово «отказываюсь», подпись. Здесь «отказываюсь». Скорее всего, эти праздники девушка забудет еще не скоро. Всем известно, что отказ от прохождения теста на алкоголь влечет за собой потерю прав. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24.